Всем огромный привет, рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Мария. Сегодня мы с вами распакуем мою новиночку. Вот такой вот набор от Amouage. Я вам, в принципе, показывала его мельком так в распаковке и пообещала, что мы будем с вами его распаковывать отдельно. Я так подумала, наверное, в таком формате будет интереснее, чтобы более подробно все рассмотреть, потому что тогда, когда я в кадре, это все не так информативно. Я вам рассказывала, что, в принципе, у меня были такие нотки сомнения, надежды, что придут именно миниатюры в формате вот как флакончики. Но миниатюры вот такие, но, честно говоря, в формате флакончиков это удобно, точнее неудобно, это красиво эстетически, но все-таки такие форматы это удобно. Здесь у нас вот три аромата, давайте, наверное, с вами распакуем пленку, чтобы сильно так не засвечивало. Так, здесь все проклеено наклеечками. Так, это у нас оманская версия. Не знаю, бывают ли не оманские наборы такие, ну, скорее всего, наверное, должны быть как флаконы. Так по-варварски открываю, чтобы не портить наклейки. Наливаем. Вот такая красота. Оттенки. Обожаю я такие оттеночки. Просто невероятно. Такие вот лошадки. И здесь у нас вот набор. Получается три аромата по 10 мл. Здесь у нас Honor, Dia и Epic. Эпик, вы знаете, что это моя такая хотелочка, очень хочу себе этот аромат, и все-таки, наверное, в полноразмерном флаконе я его тоже приобрету. Так, здесь, вот здесь коробка полностью открывается, потому что у меня есть мужская еще такая, ну, версия такого набора, там просто открывается вот так, как книжечка. И здесь такая вот красота. Что касается ароматов, я, наверное, даже не буду их распылять, потому что я прекрасно знаю все эти три аромата, сейчас мы с вами подробно рассмотрим каждый, и этот наборчик я приобрела на сайте Рандеву, на него была очень приятная цена, но относительно, конечно, ароматов Amouage, плюс скидка накопительная, плюс промокод, свой промокод, как всегда, вам здесь оставлю. Промокод мой суммируется со всеми акциями, скидками на сайте и действует при заказе от 2500 рублей. Что касается наборчика, смотрите, вот так вот выглядят миниатюрки фирменные, красивые, это вообще идет от Левантик, то есть он вот так открывается и, в принципе, можно его перезаполнять. Так, вот, ну, смотрите, кстати, нет, можно, да, перезаполнять, откручиваются они. Здесь также все прописано, что это Amouage, и мужской у нас набор есть такой, все точно так же. То есть вы потом можете просто переливать ароматы в эти вот фирменные миниатюрки. Наверное, все-таки Epic я себе приобрету. Что касается Honor, это аромат на тему воздушных белых цветов. Многие называют этот аромат аромат невесты. Да, возможно, соглашусь, но если невеста любит цветочки, потому что я, допустим, не являюсь любителем прям цветочного направления, здесь белые цветы. Здесь я ощущаю и жасмин, и туберозу. Лично я чувствую белые цветы, гордения, возможно. То есть это прям сложно даже как-то вычленить, знаете, определенные ноты. В основном это такая композиция вот на тему общего звучания, воздушно-цветочного. Здесь нет никакой индольности, здесь нет ничего неприятного, здесь нет никакого-то неприятного мускуса. Он просто воздушный, легкий, цветочный, женственный. Действительно, аромат облачка. Следующий аромат у нас... Так, следующий аромат это у нас Dia. В таком уже оранжевом оформлении. Эта композиция у нас также очень воздушная. Здесь у нас уже история вокруг альдегидов. Этот аромат, кстати, многие сравнивают с Шанель номер 5, с Клима, то есть именно с такими ароматами альдегидными. Даже, наверное, больше с Клима, нежели чем с Шанель номер 5. А здесь у нас, как я сказала, приятные альдегиды. Здесь есть фиалка, то есть какая-то, знаете, такая мягкая пудровость. Интересно, что, кстати, здесь еще есть нота инжира. Недавно я об этом узнала. Честно говоря, я как-то ее не замечала. Есть такие на старте цветы. Фруктовый больше ноты, наверное, больше бергамот. В базе ощутимы цветочные аккорды, как будто бы и пиончик, и розочка, но это все мягкое, это не болгарская роза, то есть очень мягкая. И также присутствует чистый мускус, для меня белый мускус, и пудровые такие аккорды. И со временем, на мой взгляд, аромат немного запудривается. Звучит красиво, но для меня все-таки он, наверное, звучит в духе немного старой школы. Возможно, потому что он похож с Клима, что-то в нем такое есть. Вот альдегидная хрустка, ну, приятная очень. И вот такого объемчика мне вполне хватит, и очень рада. И третий аромат, это моя любовная любовь, это Epic. Это аромат Epic. Он тоже у нас свежий такой, но больше пряный, аромат на тему розы. Здесь у нас дамасская роза. И очень ярко ощущается нота тмина, есть корица здесь. Также, кстати, заявлена герань, но я герань, честно говоря, особо не ощущаю здесь. В основном это очень яркий тмин, корица,
и роза. Но знаете, еще зависит от, наверное, нанесения. Нанести прям плотно, то будет очень много тмина, корицы, он прям такой становится специево-розный. Если наносить его поменьше, то он более воздушный, да, розочка, и в нем даже как будто появляется больше чайных оттенков. И здесь действительно есть какая-то, может быть, цвет флакона зеленый навеивает такое. Есть ощущение прям еловости какой-то, веточек елки, вот что-то вот такое здесь есть. Похожее на мед от Шапар. Вот что-то вот на арабский мед от Шапар, что-то вот такое вот есть. Но композиция красивая. Здесь также есть и пачули, и амбра, и сандал, древесные аккорды. Но в основном это такая красивая роза в тмине. Классный, очень красивый. Я не скажу, что он, знаете, прям сильно меняется, но мне он нравится. У меня просто завораживает его зеленый флакон и звучание. Но на мне, кстати, аромат... Да, он меняется, но чаще всего, наверное, зависит от погоды, в теплое время года он на мне прям звучит довольно-таки монотонно. Троза и мягкий намек такой на тмин. В прохладу, конечно, он более такой переливчатый, но, опять же, как я сказала, зависит еще от дозировки. Перебарщивать с ним не стоит. Лучше наносить его немного, то есть, чтобы он такой был воздушный, заходить в облачко, в общем, тогда будет красиво. Вот, и все-таки я, наверное, разношу, конечно, эту миниатюрочку, и, возможно, все-таки придется покупать полноразмерный флакон Эпика, потому что это единственный аромат на данный момент, это муаш, который я хочу в полноразмерном флаконе. Но хотя я также рассказывала про мужские ароматы, про имитейшн и про джорни мужской, и вот про имитейшн я прям вплотную думаю о покупке, но вот пока себя останавливаю, что называется, бью по рукам, но не знаю, к чему все это придет, в общем, пока думаю. Пишите, пожалуйста, свое мнение об этих ароматах, как они вам нравятся, нет, есть ли они у вас в коллекции, будет это очень интересно. А на этом я с вами прощаюсь, спасибо, что посмотрели это видео до конца, и всем пока-пока!